Скажи мне правду. Ответь честно, почему ты не подписал? Потому что это мой дом. Привет! Мы приехали сюда не драться. Ты знал, что французы хотели раньше Испанию завоевать? Они тогда пришли в Испанию, думая, что здесь живут одни тупицы необразованные. Наполеон даже так и говорил. Они тупые кретины. Тупые кретины. Вы все еще так думаете? 6 дубль. Нет, сын. Для меня это очень важно. Это дело моей жизни. Меня и моей жены. И каждое утро я вспоминаю о твоей роже, из-за которой мы все в заднице. И начинаю еще один прекрасный день. Антуан, посмотри! У них ничего нет. И потом, им нечего терять. Я хотел сказать, что вы же соседи. Все обсудите, выпейте. Между соседями все бывает. Мы видели тебя с камерой. Скажи, ты ведь меня снимал? Вот ты, ублюдок! И что потом? Они же не остановятся, они как хищники. Мы будем защищаться. Кино со 2 февраля.